На спуске от улицы Капитана Орликовой до проспекта Кирова сейчас тихо и пустынно, хотя всего несколько дней назад грохотала техника. Дорогу ремонтируют, но пока подрядчик перебрался на другой объект. В Первомайском округе у него 5 таких участков. Нужно успевать везде. Идем с опережением графика, планируем где-то в течение 2 недель закончить, а контракт заканчивается только 1 августа, но берем на себя такие повышенные обязательства, потому что надо успевать, пока есть погода. Рабочие уже сняли старое покрытие, установили бордюры, сделали основание щебня. На следующей неделе займутся укладкой асфальта. Особое внимание уделили пешеходной зоне. Ее прежде практически не было, и людям приходилось ходить по проезжей части или протаптывать тропинки вдоль обочин. Теперь на их месте будет полноценный тротуар. Кирилл Гребеняк, Андрей Бричко, ТВ-21+.